Бабушка Трэвиса Скотта выпустила коллаборацию с Nike. Пара очень лимитированная, выполнена в единственном экземпляре. Над дизайном явно потрудился сам Трэвис. Видны его фирменные лого на заднике и перевернутый свуш на боковой части кроссовка. Это полностью ручная работа, кроссовки выполнены из премиальной пряжи. Хочется уже скорее их примерить. На ногах они смотрятся еще круче. Кроссовки невероятно мягкие, они как бабушка обнимают ногу и сразу вспоминается детство. Взяли бы себе такие кроссы от бабушки Трэвиса Скотта? Пишите в комментариях, как вам эта коллаборация.